Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Мы зашли в кафе. Смотрите, какое интересное. Разрешили снимать. Вот я буду тихо, наверное, разговаривать. Как будто в Дарвиновском музее. Я не смогла не держаться, чтобы... Это как охотничий, что ли? Видимо, хозяин охотник, что ли? Сегодня, думаю, немножко расслабились. Вот такие вот. Каждый день ездишь. Ага, вот это еще. Ну что, я приехал, покушал, поехал за нее. Такой сильный. Спасибо, что мне разрешили снять. Сухому картофу сделали, целую кастрюлю. Поехала, Валя, здесь все. Здесь еще орел. Она давай мне. Два ведерка вот тушеной картошки мне в пакет, блин. Окорочков, блин. Два шампуня, два мыла, блин. А блин, я что, блин, в Оксану как будто уезжаю, что ли, блин. А, вот это такой красавец, он там кабан, видите, да? Кабан. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот такой красивый кафе мы побывали.